Вітаю в прямому ефірі студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречаний. Володимир Зеленський перебуває в Сполучених Штатах на Генеральній асамблеї ООН. Власне, вчора був виступ Володимира Зеленського на Генасамблеї. Також він провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом, першу особисту зустріч. І от чи зумів він на тлі останніх скандалів заручитися підтримкою Дональда Трампа, поговоримо сьогодні з нашими експертами з міжнародної політики, політологами Михайлом Шабановим. Вітаю вас. Вітаю вас. Та Михайлом Кацином. Вітаю. Шановні, перед тим, як ми будемо, власне, обговорювати найбільш резонансну тему, як мінімум, останньої доби, давайте послухаємо от невеликий синхрон з виступу Володимира Зеленського на Генасамблеї. Завершення війни, повернення всіх окупованих українських територій і панування миру є моїм завданням. Але не ціною життя наших громадян, не ціною свободи чи права України на власний вибір. Саме тому ми потребуємо світової підтримки. Я розумію, всі присутні тут мають власний державний клопіт. І чужі проблеми не повинні хвилювати вас більше своїх власних. Я розумію, це життя. Але у сучасному світі, де ми з вами живемо, більше немає чужої війни. Михайло, на вашу думку, давайте поки що в режимі бліц, на вашу думку, чи зумів Зеленський заручитися підтримкою Трампа, так, на тлі от останніх всіх розмов, подій, про початку процедури імпічменту? Я думаю, эти события необходимо рассматривать в связке, и выступление на Генассамблее достаточно эмоционально, и встречу, соответственно, с Трампом. То есть, безусловно, поддержку США господин Зеленский получен. Мы видим, что такой несистемный яркий лидер, как Дональд Трамп, абсолютно высказал, ну, скажем так, доверие, будем это так называть, по отношению к президенту Украины. Да, и я считаю, что это был действительно позитивный шаг. И Дональд Трамп, и господин Зеленский, они нашли очень много точек для соприкосновения. Прежде всего, это коррупционный, безусловно, вопрос, решение тех коррупционных проблем, которые накопились в Украине, безусловно, да, решение вот этих вопросов военного противостояния, несмотря на неоднозначность заявлений Дональда Трампа по финансированию, соответственно, да, Украины в этом отношении. Я все-таки считаю, что много позитивных, действительно, шагов было сделано, и мы реально видим становление президента Украины уже как дипломата, соответственно, на мировой арене. Почему, Михаил? Ну, встреча, безусловно, состоялась. Встреча, как мы все видели, она сопровождалась неким медийным флером. Вот в американских медиа обратил бы внимание, что очень критично последние дни высказываются и представители медийного пула продемократического, и представители медийного пула прореспубликанского. То есть в данном случае и «Нью-Йорк Таймс», и «Вашингтон Пост», как две наиболее популярные газеты, они критически высказываются в адрес Трампа и, собственно, агитируют за начало процедуры импичмента. И это серьезная история, это, которую можно рассматривать в нескольких проекциях. Первое – удар, в принципе, конвенциональной политической элиты по Трампу, для которой Трамп, в принципе, до сих пор не стал своим. Это и противостояние между разными фракциями внутри и республиканской, и демократической партии. Безусловно, Украина в очередной раз оказалась в центре внимания. И я думаю, не случайно то, что эта утечка она совпала с приездом президента нашей страны в Соединенные Штаты Америки. Украина в очередной раз оказалась в центре внимания американской публики. Напомню, до этого это были скандалы с Манафортом. Сейчас это скандал с возможным, что называется, abuse of power, то есть злоупотреблением властью со стороны Трампа, который призывал нашего президента помочь в расследовании в отношении сына своего ближайшего конкурента Дональда Трампа. Но там не совсем Джона Байдена. Погодьтеся, там не зовсім було про підтримку, так? Допомогти у розслідуванні, так? Щоб він не просив про підтримку. Він казав, що треба розслідувати, поновити розслідування. Подождите, коли президент робить акцент на чому-то,
американский президент, при том, что эти разговоры, безусловно, фиксируются обеими сторонами. Безусловно, он старается очень дипломатичным образом как бы передать некие сигналы, но стороны понимают, о чем идет речь. Поэтому давайте не будем привязываться к букве сказанного, обратимся к духу сказанного. Очевидно, что Трамп, он действует в стиле, в бизнес-стилистике, используя некие инструменты, которые он привык использовать в бизнесе, и он не конвенциональный политик, но поэтому он часто ошибается, потому что он, в принципе, такой смутьянин, такой бунтарь в американской политике, и для него это вообще, в принципе, нормальная история. Я напомню, что за подобные вещи в свое время Никсон был вынужден был подать в отставку, хотя, кстати, процедура импичмента, она ни разу не увенчалась успехом. В случае Никсона он, в принципе, подал в отставку, передав бразды правления вице-президенту Форду. В случае с Биллом Клинтоном история с импичментом застопорилась на Сенате, который, в отличие от Палаты представителей, не поддержал импичмента Клинтону. Це ще був один варіант, там, якщо не помиляюся, тричі процедури імпічменту, я зараз третього президента не назову. Це було, да, ми говоримо, да, ну, подождите, ми говоримо о последніх 30-40 годах Сполучених Штатів. Михайло сказав дуже таку цікаву річ, що треба звертати увагу все-таки на дух, а не на літеру сказаного. На вашу думку, чи не здається, що це могла бути така комбінація оперативна з боку якраз адміністрації Дональда Трампа, щоб виставити в поганому світлі якраз демократів, які захопили цю наживку. Адже вони почали, ініціювали початок процедури імпічменту ще до того, як побачили власне роздруківку протоколу розмови. Можливо, був протокол розмови порушений, але чогось там такого кримінального важко знайти, щоб через це власне почати процедуру імпічменту. Мало хто вважає, що дійсно через Сенат пройде процедура, на вашу думку? Очень глубинные вещи. На самом деле, я считаю, что Дональд Трамп как медиаперсона, как шоумен и как президент прекрасно понимает, что сегодня с помощью демократов можно поднять собственный рейтинг. Да, и вопрос импичмента, который все равно провалится в Сенате США, да, где большинство занимают республиканцы, да, там есть и противники Трампа, соответственно, но эта процедура будет провалена. И действительно, демократов подставляют под абсолютную делегитимацию американских граждан по импичменту, по другим вопросам. То есть Трамп из этой ситуации выйдет победителем, он выйдет чистым, безусловно. И это задел, мы должны с вами это понимать, прежде всего, это задел на 2020 год. То есть это некое обновление шоу Трампа и удар по его основному противнику Джо Байдену, и, соответственно, его сыну Хантеру Байдену. А что вы понимаете под делегитимацией граждан Соединенных Штатов Америки? Делегитимация в плане отношений, то есть поддержка Трампа, это, безусловно, сегодня большинство американских граждан. То есть за импичмент потенциально сегодня, высказывается где-то примерно 30% американских граждан. Не делегитимация, а маргинализация, напевно, так? Маргинализация – це досить інший термін. Я маю на увазі спад підтримки, власне. То есть не граждан, а тлі заяв Дональда до Трампа, та штучний характер цих заяв, та власне штучний характер, наживка, як то кажуть, по відношенню до демократів. Ну, я не согласен, що це ударит по демократам. Наоборот, демократи, як любая конкуруюча політична сила, используют любой повод для того, щоб заявити о себе. Ближайшие примеры есть и у нас за последние месяцы, когда оппозиция использовала подобные поводы для информационных атак на власть. В Грузии мы помним, как выступление депутата Госдумы и его восседание на трибуне грузинского парламента спровоцировало выступление и как бы попытку партии Грузинского национального единства, партии Саакашвили, собственно, как бы перехватить инициативу и инициировать досрочные парламентские и президентские выборы. То же самое в Соединенных Штатах Америки. Демократы используют любую возможность для того, чтобы опрокинуть как минимум
как максимум прокинуть режим, как минимум, по крайней мере, лишний раз о себе заявить и крича во все углы, что это, как у нас принято говорить, зрада, либо просто злоупотребление властными полномочиями. Приблизно такої стратегії дотримувався принаймні довгий час Петро Порошенко під час своєї виборчої кампанії, фактично знищив свій рейтинг, навіть той, який був до. Проблема з Петром Порошенко, ви знаєте, що я лично не відказуюсь нічого, що я говорив в цій житті. И я выступал очень часто в поддержку Петра Порошенко. До сих пор считаю, что ряд решений были совершенно справедливы и правильны нашим пятым президентом. А вместе с тем, он как политик, он не уловил некое изменение политических трендов. Но с другой стороны, привязавшись и как бы не отпустив эту нотку политическую, которую он продавливал все 5 лет, он тем самым застолбил за собой какую-то определенную электоральную нишу. И эта электоральная ниша, безусловно, существует точно так же, как у Тимошенко существует и ядерный электорат. И как в моде есть сезоны, так и в политике есть сезоны. И если сейчас есть мода на некий популизм, то завтра, например, мода может быть на что-то другое. Это абсолютно нормально. То есть моды, то есть сезоны мод в политике сменяются точно так же. Просто я про інше казав, що паралелі провів, да, що атакувальна тактика, вона інколи може вдарити і по твоєму рейтингу, а не по рейтингу твого опонента. І дуже часто, власне, так і трапляється. Тому і стратегія демократів, одна з одного боку, зрозуміла, але з іншого вона не дає жодних гарантій, як показує досвід. Давайте повернемося до питань, власне, України, до питань Володимира Зеленського, його виступу на Генеральній асамблеї. Він знов-таки звернувся до європейських країн, він звернувся до всього світу, але зробив акцент в тому числі на європейських країнах, зажадав більшої підтримки, і в тому він, власне, був синхронним з Дональдом Трампом. Чи не образяться європейські лідери на Володимира Зеленського? Як далі нам будувати власну дипломатію, Михайло? На самом деле, на мой взгляд, ми наблюдаємо широкоформатну переорієнтацію України іменно на США непосредственно. Да, мы уходим от европейского политикума, и, во-первых, таким вот знаменателем, да, маркером этого выхода является выход из ПАРЕ, соответственно, да, то есть такой вот внешний, соответственно, маркер. И более того, мы видим, что два несистемных человека в политике, Дональд Трамп и Владимир Александрович Зеленский, они нашли очень много общего в рамках, ну, вот, своєї встречі. Але питання Донбасу нам наразі потрібно вирішувати в нормандському форматі, де фактично ми себе маргіналізуємо, про переформатування нормандського формату наразі мова не йде, вибачте за тавтологію. Ні, я на самом деле считаю, що ми здесь просто, і в частности Зеленський, Владимир Олександрович, розставляємо акценти в тому, хто є нашим непосредственним, да, союзником в нормандском формате, да, и чего мы, собственно, от этого нормандского формата хотим. Мы прекрасно понимаем, что интересы Франции, да, и встреча G7 это продемонстрировала, интересы Франции, интересы Германии, они, скажем так, несколько диссонируют с интересами Украины сегодня по отношению к проблеме Донбасса, по отношению взаимоотношений с Россией, по ресурсным вопросам, да, по поставкам газа и так далее. То есть Германия и Франция сегодня, мы это видим явственно, заинтересованы в дружественных отношениях с Россией. И в этой связи мы... Но вы намагаются это принаймні приховывать. Они нам хотят это действительно утаить, быть может, но утаить иголку в стогу сена невозможно. И мы сегодня просто расставляем акценты, с кем нам дружить и с кем нам идти в нормандский формат, дабы приобрести вес в этом процессе. Поскольку без США решение вопроса Донбасса невозможно. Это мое личностное мнение. То есть такой геополитический игрок, как США, важен для нас сегодня. Михайло, на вашу думку, от подібні заяви синхронні, чи не розв'яжуть вони руки Франції та Німеччини? Ми розуміємо, коли ми кажемо про Європу, маються на увазі континентальні лідери Франція та Німеччина. Чи не розв'яжуть вони, власне, їм руки для того, щоб, ну, вже відверто дружити з Росією? Спасибо, Константин. Знаете, я все-таки не согласен с своим коллегой. Мне кажется, как раз иголку в стоге сена можно спрятать. И даже как-то, ну, восхищаясь своим коллегой, то, что он может найти иголку в стоге сена. Точно так же, как
Я не согласен с позицией по поводу ПАСЕ. Украина не выходила из ПАСЕ. Во-первых, Украина не может выйти из ПАСЕ. ПАСЕ – это парламентская ассамблея Совета Европы. Наша делегация просто не присутствует на заседании ПАСЕ, которое вот сейчас будет происходить, не будет присутствовать. Мавте на увазе демарш. Да просто в силу того, что российскую делегацию, то есть фактически проголосовали за возвращение российской делегации в ПАСЕ. Но никто из Совета Европы выходить не планирует. Что касается ориентации, формулирования, так, что касается ориентации на Соединенные Штаты Америки, на минуточку, еще несколько лет назад мы слышали такой замечательный термин, как перезагрузка в российско-американских отношениях, который как бы инициировал Обама, и господин Медведев выступал его партнером по этой акции. Соединенные Штаты Америки как раз заинтересованы в перезагрузке взаимоотношений с Россией, не меньше, чем Европейский Союз. И я бы тут говорил о неком прагматизме международных отношений, которые есть со стороны всех наших партнеров в Соединенных Штатах Америки и в среде европейских партнеров. У нас друзей нет, у нас есть только интерес. И если и более того, несмотря на то, что Россия аннексировала наш Крым, оккупировала часть нашей территории, с Россией по-прежнему сидят за стол переговоров, и Россия не стала изгоем международной политики. Поэтому я бы здесь не сводил ситуацию к черно-белым. Это, безусловно, есть политика контрастов и ситуативные союзники. Я не вижу никаких реальных достижений в переговорах между Трампом и нашим президентом Владимиром Александровичем Зеленским в Соединенных Штатах Америки. Ничего нам не пообещали. Безусловно, у Соединенных Штатов Америки есть свои интересы. Это прежде всего в газовой, то есть энергетической отрасли, а в будущем рынке земли, в ряде других экономических отраслей, куда бы хотели зайти Соединенные Штаты Америки. В принципе, Соединенные Штаты Америки, они, как правило, под маркой как бы заботы о всем хорошем и против всего плохого, очень часто преследуют свои сугубо экономические интересы. Вы знаете, эта политика не родилась сейчас. Вы, как эксперт, вы, безусловно, знаете работу господина Бернеса «Кристаллизация общественного мнения» и ряд других его работ. Он возглавлял информационно когда-то департамент во время Первой мировой войны и впоследствии Соединенных Штатов Америки. Он как раз занимался некими пиар-сопровождением внешней политики Соединенных Штатов Америки. Поэтому это часть некой пиар-компании, но нужно смотреть в суть. То есть что прячется за этой оберткой. А за этой оберткой, точно так же, как в случае с нашими европейскими партнерами, прячется сугубо корыстный экономический интерес, то есть желание продавливать интересы своего бизнеса у нас в стране. Это абсолютно классное желание. Здесь я поддерживаю наших друзей, но я бы очень хотел, чтобы мы помнили, что мы живем в Украине, это наша страна, которую мы любим, и мы должны думать прежде всего о себе и не стараться как бы пристроиться и вот опереться о кого-то из наших союзников, поскольку мы помним Будапештский меморандум, который был, в принципе, положение его брутально нарушено, и никто из сторон не стремится реальным способом отстоять независимость нашей страны. Все ограничивается риторикой и разной словесной эквилибристикой. Навіть пояснювання, да. Пояснити ніхто не бажає, абсолютно. Чому норми були порушені, і ніхто не збирається відстоювати інтереси України, які чітко прописані тут. От щодо лобіювання своїх інтересів в Україні, так, чи не стане знову Україна такою розмінною монетою, картою, козирем на політичній арені Сполучених Штатів, як ви правильно сказали, як це було в часи Манафорта на попередніх виборах. Так, адже ми розуміємо, що з одного боку, є певні проблеми вже з демократами, коли Володимир Зеленський обіцяє поновити буде мій прокурор і ми поновимо розслідування. З іншого боку, за інформацією ЗМІ, злив пішов до спецагента, от який, власне, і опублічив цю інформацію, так, щодо порушень під час розмови Трампа і Зеленського, злив до нього пішов з України. От, тобто в нас вже є певні проблеми і з демократами, і з республіканцями. Володимир Зеленський заявляє, що ніби ми не будемо ні в якому разі втручатися, в нас свої інтереси, в Штатів свої, але чи не буде знову розіграна ця карта? Як буде в Україні? На самом деле, на встречі Трампа і Зеленського ця карта була вже розіграна. І тут виникає вопрос, що це буде в дальнейшем? Це буде Байден, Гейт? Соответственно, либо это будет провальный Трамп, Гейт, который абсолютно будет провален в Сенате Соединенных Штатов Америки. То есть в зависимости от пути
как говорится, расследования, да, мы для себя будем иметь определенные, ну, скажем так, результаты. На сегодняшний день я могу совершенно, как говорится, отчетливо заявить о том, что Украина уже стала разменной монетой в политической игре между демократами и республиканцами и в политической игре Трампа. То есть встреча Зеленского с Трампом всего лишь, ну, вот, скажем так, обозначила здесь некие акценты. И на самом деле Владимир Александрович Зеленский, его команда, наверное, не совсем еще понимает, насколько они увязли уже в этой проблеме. Поскольку для Украины вот неоднозначность политического выбора уже характерна с 2016 года, когда мы активно, да, действующая власть поддержала кандидатов от демократов, но, соответственно, выиграл Трамп, и здесь наши позиции несколько провалились, скажем так, да, якобы пророссийский Трамп. На самом деле мы понимаем, что Трамп может быть только американцем, соответственно, и проамериканским президентом, то есть не прокремлевским, не пророссийским, не проевропейским, да, соответственно, Трамп – это президент для Соединенных Штатов Америки, который четко понимает, что сегодня Трампгейт даст ему расследование вот это, инициированное, скажем так, да, и озвученное Нэнси Пелоси, соответственно, спикером Палаты представителей, по сути, начинает очень тяжелую, да, вот такую вот борьбу, противостояние, но очень яркое, которое обновляет, да, шоу президента Трампа перед 2020 годом, когда он снова, как бы, захочет сделать Америку великой, как говорится. Mm-hmm. Поэтому я считаю, что Украина уже в этом смысле является объектом действительно этой политической игры. Вопрос в том, насколько грамотно, да, и насколько возможно выйти из этого состояния объекта. Поскольку все мы понимаем, что не поддерживать демократов, либо не поддерживать республиканцев, мы прекрасно с вами еще должны понимать один момент, что республиканцы и Трамп – это немного две разные истории. То есть многие республиканцы не поддерживают Трампа, да, и в этой связи... Ну, частина, скажем так. Да, часть республиканцев не поддерживает Трампа, является его противниками, и я бы не побоялся этого слова, врагами, соответственно, да. То есть в связи с этим мы увязаем. В той же час они намагаются не підігрувати відверто демократам. Да. Михайло, мы с вами домовлялися, я знаю, что так, вам треба так трохи раніше піти. Я вас, спасибо. Я дякую вам за участь очень в нашому приятно ефірі. Спасибо. Спасибо. Все добре. Михайло, на вашу думку, чи вдасться Володимиру Зеленському тримати от нейтралітет? Ну, безусловно, Владимиру Александровичу Зеленскому удастся придерживаться нейтралитета. Причем здесь любая другая позиция, она опасна для Украины, поскольку когда Украина начинает, как бы, становится частью внутриполитического контекста, то это автоматически, то есть мы, не приобретая друзей, создаем себе врагов. И мы это уже видели, как сложно проходила координация и где-то взаимопонимание между господином Порошенко и Дональдом Трампом на фоне того, что администрация президента Порошенко прямым либо непрямым образом поддерживала Хиллари Клинтон. И очень сложно проходило вот как раз вот это вот налаживание контакта с администрацией Трампа. И я думаю, что там, конечно, нужно держать максимально нейтральную позицию. Кроме того, вот эти вот, что называется, leaks, да, утечки, они же подливают воду на мельницу Российской Федерации. То есть позволяя тем самым заявлять у себя на этих пропагандистских СМИ, что Украина, она как бы является объектом манипулирования со стороны Соединенных Штатов Америки. То есть посмотрите, да, вот Соединенные Штаты Америки манипулируют Украиной, это не Украина действует, а ее манипулируют. То есть тем самым дают пищу для промывки мозгов россиянам еще на ближайшие несколько месяцев. То есть и здесь, конечно же, кто бы не инициировал подобную утечку, а понятно совершенно, что подобная утечка – это скоординированная, это часть борьбы внутри Соединенных Штатов Америки, они объективно сыграли в пользу Российской Федерации. Это первый тезис. И второй тезис очень коротко.
Безусловно, у нас в стране вот визит президента в Соединенные Штаты Америки, разговор с Трампом и в целом вот эту ситуацию попытаются разыграть с самой разной стороны. Они будут говорить о сдаче, они будут говорить о слабости президента, другие будут говорить наоборот о его силе и умении лавировать. В любом случае, вокруг этой темы будут пытаться заработать дополнительные политические баллы. Ще одне питання, яке ніби не пов'язано от з Генеральною асамблеєю ООН, так? В Україні сьогодні припинила свою діяльність місія МВФ, так? Була в нас декілька тижнів. За інформацією ЗМІ, домовитися не вдалося. Питання Приватбанку, можливість так, угоди мирної із колишніми власниками на чолі з Ігорем Коломойським, та невизначеність з остаточною редакцією бюджету 2020. На вашу, ну, Мінфін ніби от спростував цю інформацію, в той же час представники МВФ поки що ніяк не відреагували на інформацію, яка вже розповсюдилася і в закордонні СМІ, і в світові засоби масової інформації. На вашу думку, чи не пов'язана власне от ситуація із розмовою публічною, вже яка вийшла в публічну площину Зеленського та Трампа, і власне тими подіями, які відбувалися за океаном, з від'їздом місії МВФ, таким від'їздом саме? Да. Во-первых, я всех телезрителей отсылаю к прочтению книги, которая называется «Приватная история». Это история о становлении и развитии Приватбанка. Очень интересная книга, потому что в целом Приватбанк является достаточно сильным банком на банковском рынке нашей страны. И, конечно же, разговоры вокруг возможного возвращения Приватбанка предыдущим собственникам, и они влияют на предсказуемость в целом и финансового рынка нашей страны, и взаимодействие с международными валютными институциями. Очень важно, чего ждут от нас наши зарубежные партнеры, в том числе Международный валютный фонд. Я не стал бы говорить об МВФ, у меня скептическое отношение к МВФ. Это, как знаете, как донор, который готов всегда одолжить деньги, при этом эти деньги, они как бы идут на рефинансирование предыдущего долга, они не идут на развитие. Понятно, что государство, оно должно отличаться некой консистентной, да, последовательной политикой, в том числе последовательной внутренней политикой. И если тогда было принято пару лет назад решение о национализации Приватбанка, значит, оно должно было быть очень хорошо аргументировано и не может быть вот такой вот каких-то обратных процессов, да, по тем или иным вопросам, иначе мы просто становимся непредсказуемым государством. И вот эти вот поднятые дебаты снова о связанных, не связанных кредитах, которые давали предыдущим владельцам данного банка, то есть которые, точнее, давались компаниям, аффилированным с предыдущим владельцем банка и прочее. То есть вот эти все разговоры, они создают просто, они, в принципе, портят имидж, наш имидж как потенциального партнера. Я напомню, что по индексу Фичи, индекс Фичи это является, в принципе, показательным индексом, который говорит об уровне эффективности экономики, Украина имеет индекс B. Это очень низкий рейтинг. Для сравнения, все наши соседи имеют индекс BB или даже 3B, либо даже A. То есть, вы понимаете, индекс B это сигнал для инвесторов не идти в Украину, не инвестировать. Такими разговорами, а также разговорами о возможной повторной национализации крупных наших предприятий, которые когда-то были приватизированы после оранжевой революции, я думаю, все понимают, о каких крупных металлургических предприятиях идет речь. Это просто нас ведет к превращению в глазах партнеров в какую-то банановую республику, где абсолютно ничего не защищено, частные инвестиции не защищены, а государственная политика, она меняется в зависимости от того, какая политическая группа экономическая находится у власти. Поэтому нужно с этим очень аккуратно, и мы не должны выносить ссоры из СБ, мы должны четко понимать, что деньги любят тишину, инвестиции любят тишину. Если мы хайп создаем вокруг денег инвесторов, ну, извините, они это видеть не хотят, им есть куда инвестировать. И все-таки, чи не пов'язано від'їзд, такий тихий від'їзд місії МВФ із тим, що відбувалося за океаном? Ну, я, понимаете, я думаю, что... Чи може він бути пов'язаний? Тут можно по-другому вопрос прочесть, в какой степени позиция США и руководство Соединенных Штатов Америки влияет на позицию МВФ.
Я думаю, что здесь, я думаю, да, с одной стороны влияет, с другой стороны есть объективные причины, и объективные, то есть объективная сторона, с которой не согласен Международный валютный фонд. И давайте посмотрим на проект бюджета. Конечно, можно сейчас строить некие конспирологические теории по заговору против Украины. Давайте посмотрим бюджет. Мы с вашим коллегой Виталием Хемием обсуждали бюджет недавно совсем. И ну, бюджет же просто не выдерживает критики. Там не отражен это воображаемый 40% рост ВВП, который планируется в ближайшие 5 лет. Резко идет рост на государственные структуры и так далее, и так далее, и так далее. То есть это бюджет не развития, это бюджет проедания, причем бюджет предыдущего правительства взят за основу, непонятно вообще, какую лепту внесло правительство Гончарука. Ви ж розумієте, що це було його підігнано під терміни, що всі ці показники будуть коригуватися, причому дуже сильно. Да. Поживем, увидим. Пока, от давайте говорити от о том, що є. На бумаге мы не видим бюджет развития, и я думаю, что МВФ его тоже не видит. И, конечно же, для нас отсутствие договоренности с МВФ не будет критичной ситуацией, потому что у нас достаточно золотовалютных резервов, но это будет скорее некий сигнал, который даст инвесторам четкий поворот в их сознании, и они не будут идти в Украину. Вот это уже страшнее. Если у нас не будет притока инвестиций, значит, тогда мы увидим ту же девальвацию национальной валюты, мы увидим тут же некие процессы, связанные с ростом недоверия к экономике со стороны граждан. То есть это очень важные процессы, они как бы взаимосвязаны, системные процессы, и поэтому в данном случае сотрудничество с МВФ выступает некой гарантией для западных партнеров, что Украина ликвидна, что украинская экономика, она функционирует, и сюда можно вкладывать. Уход МВФ даст резкий негативный сигнал. Михайло, я вам щиро дякую за таку дійсно глибоку професійну розмову. Було дуже цікаво. Дякую вам. Спасибо тебе, зрителю. Я нагадаю, що це була студія «Репортер». Ми працювали в прямому ефірі. Мене звуть Костянтин Гречан. Залишайтеся з нами.